Обменяться опытом и рассказать о новых разработках в лечении вен. В Шымкент в очередной раз приехали ведущие врачи из Беларуси. В клинике флебологии и лазерной медицины доктора Мауринша проходит мастер-класс от признанных за рубежом врачей Ольги Поздняковой и Павла Гаврина. Приглашенные флебологи отмечают, что новейшее оборудование соответствует международному стандарту. Как и в разных клиниках имеется определенная школа, которая является традиционной для этой клиники, так и в разных странах. Где-то имеется свой опыт, свои методики оперирования, использования лазеров, новых технологий. Так и у нас есть такое, так и здесь есть такое. Для этого обмен опытом и предусмотрен, собственно, он важен. Я вот в других лечебных учреждениях здесь не был, но, насколько я понимаю, такого оборудования больше здесь нет нигде. Очень хорошие специалисты, то есть много, что есть посмотреть, новейшее оборудование, врачи работают на нем уже достаточно долго, имеют опыт. Не всегда есть что-то новое, всегда наука не стоит на месте, всегда развивается, поэтому учиться нужно всегда. Медицина не стоит на месте, а встречи такого формата набирают все большую популярность. Новейшие разработки в области флебологии заинтересовали и врачей из Алматы. И я, честно говоря, очень рад, что у нас в Казахстане, в Чимкенте появилась клиника, можно сказать, европейского уровня. Потому что первые лазеры, которые были завезены в Казахстан, были в Алмате, в Астане. И сейчас в Чимкенте появился достойный уровень для оказания очень качественной, высококвалифицированной помощи для больных с венозной патологией. Скоро в клинику приедет врач из Латвии, а затем и наши врачи отправятся обмениваться опытом в Беларуси и Прибалтику. Клиника Мауринша в Шымкенте – единственное медицинское учреждение в республике, которое оказывает помощь в лечении варикозной болезни на международном уровне. Лазерные операции позволяют пациенту уже через 30 минут вернуться в привычный ритм и навсегда забыть о болезни. Важно, что в клинике заботятся о пациентах не только во время операции, но и в реабилитационный период. Здесь можно приобрести качественное компрессионное белье компании «Меди». Белорусские специалисты пробудут в Шымкенте до 29 июля включительно. Все вопросы можно будет уточнить по адресу улица Валиханова, 200/12.